Обычно медальоны делают из мяса, я же предлагаю приготовить их из шляпок грибов, подойдут любые, не очень мелкие грибы, блюдо очень вкусное, оригинальное, вполне подойдет и для праздничного стола. Уберите сливки и яйца, просто запанируйте грибные шляпки в муке или сухарях, и получится отличный постный вариант этого блюда, пробуйте. Досмотришь инвида и я предложу записать список ингредиентов. 1. Грибные шляпки помойте. 2. Отварите около 15 минут, откиньте на дуршлаг. 3. Добавьте к грибам чеснок, соевый соус и сливки, оставьте мариноваться на несколько часов. 4. Маринад слейте, добавьте яйца и перемешайте. Ставим лайк и подписываемся. 5. Обваляйте каждую шляпку в муке. 6. Обжарьте на сковороде. 7. Приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся. Продукты и их количество, далее. Грибы шляпки, 700 грамм, соевый соус, 4 столовые ложки, чеснок, 1 зубчик, яйцо куриное, 2 штуки, сливки, 200 мл, мука пшеничная, по вкусу, масло растительное, по вкусу, количество порций, 4. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Всем Марии удачи, и дачи у Марии, увидимся!